Саженцы клематиса гибридного Madewell Hall, Clematis, любят тепло и солнечное пространство. Саженцы необходимо высаживать только в хорошо защищенное от ветра и сквозняка место. Грунт подбирается плодородный и легкий. В высоту достигает 3 метров и нуждается в опоре, если выращивается вертикально. Madewell Hall покрывается многочисленными цветками светло-голубого цвета в мае месяце. Цветение продолжается до конца июня. Часто этот сорт, лианы, используется для оформления смешанной многоярусной садовой композиции или для декора садовой постройки. Clematis гибридный Madewell Hall – это лианы высотой 200-300 см. Цветет растение в месяц май-июнь. Второй раз в году Clematis цветет в месяц август. Окраска цветка светло-голубая. Размер цветка этого прекрасного растения достигает 6-8 сантиметров. Летом листва зеленая. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Обрезать растение нужно на высоте 150 сантиметров. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.